Крымские тартары составляют ведь многочисленного тюркского племени, хотя и смешаны сильно с монголами. Но видите, тюрки – это не монголоидное племя. Об этом свидетельствует их язык, внешний вид и история. В настоящее время это уже не такой грубый, грязный, разбойный народ, какой когда-то описывали такими отвратительными красками. Ну, понятно надо же было искажить нашу древнюю общую историю. Они живут все, исключая некоторых нагайцев, недавно переведенных в Крым оседла в домах, деревневых и деревнях, и городах. Они занимаются хлебопашеством, виноградарством и садоводством, хотя еще не с должным усердием. Они зато ревно занимаются скотоводством. По большей части они среднего роста, но при этом прекрасного правильного сложения. Задушевность сквозит в их чертах, на лицах читается их честность и добродушие. Они ценят человечность и общественные добродетели. Они простые и легковерные, смирные, приветливые, услужливые и понятливые. Они одарены прекрасным природным умом и гибким духом, что делает их в высшей степени способными к образованию. В общем, они утратили очень многое из той дикой храбрости, которая делала их столь страшными во время первого их появления в Европе. Описание прекрасное, но, как всегда, ну, ложечка дегтя вот этим вот утверждением Тунмана в бочку меда. Более знатные из них стараются превзойти друг друга обходительностью и хорошим тоном. Одеваются они очень чисто, аккуратно, и если обладают средствами, роскошно. Их одежда не только удобна, но и еще более привлекательна, чем турецкая, возвышает и украшает наружность. Их шапки колпак, зеленые каковым цветом они отличаются от других народов, османов, манкатов и персов. Вот такие дела. Ну, описание сельскохозяйственных э, работ, конечно, тоже интересный, но мы его опустим, так как Тунман прямо указывает, что это не заслуга тартара, а их невольников. Думается, после, что после катаклизма нравы э, настолько испортились, что наверняка насилие, рабство и Агрессия стали почти синонимами того общества. И тут мы с Тунманом, конечно, согласимся. В какой-то период, естественно. И вот как описывает толерантность и гостеприимство крымских тартар своего времени Тунман. Это очень знаменательно. Они чрезвычайно гостеприимны и охотно уделяют все, что могут путники – Путнику, независимо от его религии, вообще в Крыму мирное время можно путешествовать, если и не так удобно, то столь же безопасно и бесконечно более дешево, чем в самых благоустроенных странах Европы. Дома крымцев построены по большей части по османской манере. Они похло, плохо выглядят снаружи, но внутри они не лишены удобства и даже нарядности. Они живут на одном месте, их дома и деревни окружены большей частью рощами и аллеями кипарисов и других деревьев. Ну, реальная благодать ничего не скажет. Что же касается языка, в общем, мы согласны с описанием Тунмана, но, выслушав, скажем, однако, что это вполне лежит в русле нашей теории, как языка общения, так и языка э, тюрков, как искусственно созданного для восточных воинств варства кшатрии в Тартарии, в свое время и на базе древнерусского и древнемогольского языков. И вот о, мы и послушаем, что тут предлагает нам как бы принять за истину Тунман. Язык крымских тартар является тюркским наречием, ну это и бесспорно, но в нем имеется также множество арабских и монгольских, он пишет монгольских, но это искажение слов. Османы понимают их не без труда, язык нагайцев для них еще менее понятен, так как они говорят очень поспешно и сильно гортанно, почти как арабы. Нагайский язык между тем тот же, что и крымский. Хотя и не такой развитой. Ну, можно сказать, субъективно, но интересно. Продолжаем далее цитировать некоторые, ну, по-нашему, знаменательные места из описаний Тулмана. Интересно, в каких источниках он, никогда не бывший в этих краях, их почерпнул. Ну и слушаем. Да, а вот о воинственности и... О воинском устройстве тартар по-нашему самые уничижительные характеристики, с чем нельзя не согласиться, если находиться в русле исторической э, интерпретации, как ее принято официально, при таком устройстве во выполняет... Э, любое задание, любая империя. Рано или поздно, однако, она должна была рухнуть, и она рухнула в конце XVIII века. Если, конечно, Тартарию малую относить к империям, но ну почему бы и нет. Итак, что пишет Тунман? Постановка военного дела у татар нисколько не должна внушать страх. Они слишком хорошо сознают превосходство регулярных дисциплинированных войск, чтобы атаковать их даже при численном превосходстве. Они более способны делать набеги и граби, чем сражаться, но все же в последней войне они часто выказывали много храбрости. Все они наездники, и трудно найти более легкую конницу, чем крымско-татарская. Двести лет тому назад хан имел также годскую пехоту из 800 человек, которая составляла редро его войск. Но опять же, ни без ни германского, ни немецкого элемента ничто не может на этом дремучем востоке процветать ни у росов, ни у тартар а Османский двор держал для него гвардию телохранителей Сен-Менлер в 2000 человек, которая была конной. Каждый татарин является солдатом. Хану нужно только указать место сбора, и они являются со всех сторон. Но многие слишком старые, другие слишком молоды, чтобы идти на войну. Большая часть имеет плохих лошадей, сабля, ружья и пару пистолетов составляет вооружение богатых, но большинство имеет только луки и стрелы или деревянную пику, закаленную или заостренную при помощи огня. О военных упражнениях они имеют мало или никакого понятия. Одни крымцы могут винуть, винуть в поле 80 тысяч воинов. Их считают гораздо более храбрыми, чем остальных татар, находящихся под властью хана. Несколько все мутно тут в этих описаниях. Численность, приводимая, конечно, неправдоподобна, но немцы писали, как умели, а без вранья, по сути, у них ничего не отбывалось, как и поныне у этого страшнее надуманного и брехливого народа. А теперь перейдем к описаниям устройства тартар. Что и это? Слушаем. Крымские татары разделяются на четыре колена. Стак, Маклар, Кабелер, Лер, Кайбелер. Это первое. Ширин, Барин, второе. Древняя Орда, которая сражалась, как в 1397 году за Тахтамыша против Тимур Бага. Третье. Мансур, Монсур, вероятно, также Мангут и четвертая Сучи-Вуд. Эти колена имеют своих собственных бегов, называемых Крымбеглери. Ширинский бег самый знатный среди них. Он вообще самая важная и видная особа в государстве после самого хана. Хотя он, собственно, должен быть следующим за колга-султаном. Хан, то есть царь, конюнг, претендуют на титул падишаха императора. Он подписывается Улух Йортнинг в тихти Керимнинг в дишти Кипчакнинг Улухани, что означает Великий Хан Великой Орды и престола государства Крыма и степей Кипчака Капджака. Ханом всегда бывает представитель рода Гераев, разделяющуюся на две линии настоящую или ширинскую побочную, называемую Джобан герай или пастухи Гераи. Настоящая линия была всегда обладательницей трона, а из линии Джабан только один кер Герай носил титул Хана в течение одного года после битвы у Вены. С этой битвой много темных пятен возникло в исторических интерпретациях. Не во все можно верить, хотя, в общем-то, она утверждена, и у многих стран, как, например, в Польше, она считается чуть ли не эталонной, так же самое и в неких псевдоукраинских мечтаниях по поводу этой битвы, но не в этом суть. Официально же битва у Вены произошла в 1683 году, когда турецкий султан Мухаммед IV, желая предотвратить наступление на Турцию, заключивших между собой союз Австрии и Польши, направил свою огромную армию сождать Вену. На выручку ей поспешил польский король Ян Сабески, король был в 74 и 96 годах. О том, в каком время произошла реальная эта битва с учетом катаклизма, можно считать, скорее всего, в тот же период, когда и была разборка между остатками всех частей Тартарии на европейской, евроазиатской, скажем, части земляного шара, когда банды э, Петра и Карла воевали между собой на севере, тут же на юге происходили тоже соответствующие. Естественно, все это немножко преувеличено, превознесено до каких-то невероятных численностей этих армий, но неважно. Приняв начальство над армией Польской и Австрией, отрядами или нет, нанес туркам решительное поражение. В битве в составе турецкой армии участвовало также Крымское войско, войско под начальством хана Мюрада который правил с 77-го ну, и по 83 й Он был при султанском дворе объявлен виновником поражения и был свергнут с престола. После него очень короткое время ханом был Хаджи Гирей II, не из линии Чабан Гиреев, а затем вторично взошел на ханский престол Селин Гирей который царствовал аж до тысячу, с перерывами до 1704 года. Тут уже мы впадаем в некоторый мистицизм с учетом возможной э, переноса катастрофы, но вряд ли. Мы не придерживаемся этой теории, как, например, у Павличенко. Скорее всего, катастрофа была в начале 17-го, но никак не могла быть в 18-м. Просто пока мир, вода сходила и мир приходил в себя, все это было несколько затерто, а потом все события исторические разбросали на такой вот длинный период в 18-17 века. Хотя их возможно проместить в очень небольшой период, в начале по официальной версии 18 века. В общем, так вот, эта война Турции против Австрии, Османии, по-нашему, и Польши, которым присоединилась впоследствии и Россия с, с Петрушей, ну какая Россия, ясно, что не московская, окончилась Карловицким миром, ну которым, в общем-то, довольно-таки подробно описаны, не будем повторяться.